Как изменится расписание полетов из-за того, что саратовские авиалинии на время расследования перестанут пользоваться 148-ми АНами? Эхо крушения пассажирского самолета под Москвой долетело до Кирова. Говорят даже, что незадолго до трагедии тот самый самолет стоял на ремонте в городе Кирове. Об этом, в частности, сообщил один пользователь Фейсбука. Мужчина утверждает, что не так давно должен был лететь именно на этом самолете из Кирова, но пассажиров пересадили в последний момент на другой борт. В Победилово эту информацию опровергает. Говорят, разбившийся самолет был не единственным, который выполнял рейсы до Москвы и обратно. Сегодня в аэропорте нам сообщили, что не должно произойти и никаких изменений в расписании вылетов и прилетов. К сведению, утром саратовские авиалинии заявили о том, что на время расследования прекратят эксплуатировать самолеты Ан-148. Всего в парке таких у компании было 6, теперь осталось 5. Перевозчик приняли решение на время проведения расследования приостановить эксплуатацию воздушных судов Ан-148 и все рейсы свои выполнять на других воздушных судах, которые есть у них в парке. Все вот рейсы по Кирову, информации, что как-то будет меняться расписание, нет. Все сохраняется, но вот будут летать Embraer 190 и Як-42. Добавим, что на месте крушения в Подмосковье продолжают работать спецслужбы. Фрагменты фюзеляжа, разбросанные в радиусе километра, на борту находился 71 человек. Все погибли. В Оренбургской области, куда и направлялся самолет, объявлен траур.